Всем привет, ребята! Привет! Это второй день стрим-хаты Дреда. У нас будет омлет с помидоркой. И откуда я... у студентов помидор? Ну, закатился там. Ну, закатился, да. Времен, украли. Старых... Да. У бабушки с огорода. В смысле, ты никогда не хомячил? Или как это называлось? Пустить барсука? Чего? Это кейку надо... Бобрануть, я не помню. Короче, я когда жил в деревне... Пустить барсука, мне кажется, это что-то другое. Я когда... бы сказал барсак, барсука плюс чат. Короче, я когда жил в деревне, там было такое, что типа... если у вас там нечем закусить, так сказать, вы просто берете в рандомный огород, бежите туда и там что-нибудь берете. Так сказать, ну, взамен. Доброе утро. О, батя! Там. Ну ты поправляйся, иди там. Давай я нарежу. Мой родственник не очень счастлив. А что вы готовите? Это омлет. Чики-пуки-чики-ряо. Это вариант для... А мы как бы только себе приготовили омлет. Ну мы себе, ну да, ты вот подошел. Типа, да, такой... Я кушать хочу. А вот что делаете? Ну, поели с морепродуктами, дайте ложку. Жалко, что ли? Нет, конечно, батя. Ешь. Батя должен с ней больше всех есть. Он больше всех работает, правильно? Так и есть. Говорят, что доната не слышно, а также не видно мораль и шкалу здоровья. Это правда. Ну а что мы сделаем? Оператор! Ну точнее не оператор, режиссер! Режиссер! Надо камеру подвинуть. Там самого интересного не видно. Тентакль вылез. А знаешь, что он хотел со мной сделать? Да. Девочку увидел, конечно, рядом. Познакомиться поближе хотел. Хотел. Уроды. Тентакль. А что это было вообще? Почему? Чел, ты слышишь? Он опять токсичит? Да. Юмор, юморок, да? Колесо объясни сейчас, юмор свой. Ребят, ну что токсик-то? Я просто вжился в роль осуждающего человека. Сам-то я, разумеется, не осуждаю вас, ребят. Сам-то я тоже обожаю тентакль. А почему ты нас уродом назвал, я не понял? Как это вообще связано? Ты что нам яйца выкручиваешь? Нет, ребят, вы точно просто все неправильно поняли. Уважаемые ребята, дорогие дамы и господа, вы просто все неправильно поняли. Волну, и в чате теперь кричат «Токсик-токсик колесо», Андрей, так что далеко не уходи. Запустили волну. Раки топ, а нас лох. Да это, блядь, как обычно. Так пиздецов, как Даниил Рак. Ни разу, сука, не было. Сегодня вся стримхата не только сядет на бутылку, но и будет стараться на ней удержаться. Ха! Разъем есть? Ой, и вот он падает. Первое падение дня. Давайте дальше попробую я. Кейк, микрофон. И мы будем смотреть на то, как инста-митя сейчас залазит на свою, на куда уж, ладно, не первую бутылку. Берется, заметьте, левой рукой, левый хват у этого спортсмена. Очень неплохая техника. Довольный вид, да. Ну и... Ну, митя с бутылкой как бы на короткой ноге, и большего мы, в принципе, не ожидали. Почти две. Одна 98. Неплохо. Итак, Александр из города Санкт-Петербург на бутылке готов. Поднимает руку в видимости готовности. Бутылка начинает вращение. Александр. Нет, к сожалению, нарушает правила и падает, соответственно, с бутылки. Результат 5 секунд, 91 миллисекунда. Что ж, пока что это результат на колесо. Ну, посмотрим, что будет у него второй попытки. Поехали. Спортсмен готов. Поехали, бутылка начинает вращение. И Александр сразу же падает в бутылки. Боже мой, такое ощущение складывается, что он первый раз сидит на бутылке. Да, сразу у меня сложилось такое впечатление. Я случайно прохожий, классного с мероприятия, ребят. Очень нравится, особенно вот этот парень, который, ну, он держит ее с душой, это видно, но недолго. Да, ему главное разозлиться. Это, на самом деле, известный спортсмен в спорте, он очень с хорошими третьими попытками. Посмотрим на нее.
Да. Он уже очень долго на бутылке, и он уже, к сожалению, пал. Но, видимо, сегодня не его день, он не смог разозлиться. Ой, посмотрите, какая-то особенная поза от спортсмена, домашняя заготовочка, возможно. Ты должен не как за хвост держать, не за волосы ее, а вот так. Так, вот, правая рука. Не-не. Ага. Ну и что, спортсмен взялся. Никто еще не засек, да. Ну, можно сказать, потренировался немного спортсмен. Все, я готов. Тихо. Так. Ну что ж, буквально считанные секунды до старта. Сигнализирует он, что готов, и мы начинаем. Да. Тяжело, тяжело. С ним агрессивно очень, агрессивно бутылку, но он только так, пришел. Так, а что, я выиграл? Только пришел. Нет, это не по правилам. Ну, давайте за разминочку. А, вообще не держать ее, да, не трогать? Просто человек был на работе, только пришел с ней. Блин, она сама рвется, посвяти. Ну тяжело, тяжело, да. Не так это просто, как кажется. Начинает он обнимать давай, сам давай. Себя, показывать какие-то интересные позиции, но это не запрещено. Да, блядь! Главное не брать второй рукой эту веревку. Немного позы, да, у него решил он такую тактику лежачую принять. Ну вроде неплохо, вроде неплохо. Гусарская поза. Как змея буквально на бутылке извивается Владимир, и неплохо! 16 секунд! Неплохой результат, браво! Чат просит немножечко другого. Ашот, давай камеру. Но чат просит у нас немножечко другого. Ашот, давай камеру. Сейчас ты поездишь на бутылке. Поздравляем. Поздравляем. Давай, горди... Ну что ж, произошла внезапная смена оператора. Но можно уже Ашоту как угодно, правильно? Можно двумя руками. Не, ну Ашот резво запрыгивает на бутылку. Посмотрим, какую позицию он примет. Одной рукой, двумя руками. А, даже мы засечем. Возможно, мы даже досчитаем вообще зачет. Оператор на бутылке, ребят, только на стримхате. Неплохо удержался он от такого поворота. Пошла уже 6-я секунда, не последнее место, уже неплохо. И тут резкий поворот, немногие справляются с ним. 6.96, неплохое число решил сделать Ашот. Неплохо, браво. Нет. Записывайтесь на ноготочки. Это означает, что Санте на одной руке, на его усмотрение, девчонки сделают красивый маникюр. А разноцветный? В цветах радуги. Как он попросит? В цветах не, радуги. Лучше один. Какой-нибудь черный там. Нет. Что нет? В цветах радуги. Ну, ты что, это нарисованные? Нарисованные цвета радуги, да. Конечно. Ну это вообще... Ну, это нет, ладно, ну как пойдет, ладно. Ну да. Палитра? Да. И надо каждый по порядку. Охотник желает знать, где сидит. Да, надо по порядку сделать все красиво. У тебя есть еще два пальца только на руке? Нет. Ну вот, значит, каждый. Чтобы я мог сделать вот так вот, у меня была настоящая радуга. Знать. Курьер сил тьмы. Сардар, стрелять, это хорошо. Да. Что это? Вдохни. Ну бей, почему ты встала-то? Так я думала, ты его заберешь. Ты же видишь, его кентавры бьют. О, семейная ссора, милые бронятся. Так а почему? Ты просто взяла его кентавра. У нас катапульта и куча крипов, сейчас можно подпушить. Пятый левел сейчас. Вот он, Сларк. Так, Дауль, все, просто контрольки после этими станами шейкера. Рано очень, ну вы чё, он же неуязвим! НС, Валет. Закрывай! Дауль, дайте на них рез, все, он умрет. Кексене колесо. Инвокеру есть что-то? Я его ёбнул. Блядь. Блин. Ну законтрольте его. Да куда на крипов? У меня Джаггер улетел, блядь. Андрей, суш, сюда! Ну, не видно. Но он неуязвим же, Вальте. Да, я знаю. Я не знаю. Я инвокер, бай-бай. Андрей, суш! Я пытаюсь. Я Андрюха! Я бегу. Я байбекнулся. Да за шо? Там все байбеки. Не надо, не умирайте. Кто байбекнулся, не идите туда. Настя, почти. Почти, блин. Ну, ты умрешь сейчас без байбека. Вот что будет сейчас. Там емчик у них. Я не допрыгнула до слага. Да мы его там все равно убивали, там надо было просто ульт кинуть. Кто у них байбекнулся-то? Да, я готов.
В общем, ребят, выбор достаточно сложный. Я до последнего верил в этого человека, не хотел писать его имя, но это он. Советую прочитать задом наперед. Этот человек виновен в данном поражении. Спасибо. А кто нас дот садится-то играть, если ты Настю отправляешь маникюр делать, Санти? Никто. Так, еще ну, собственно, выбираю Кирилла. Давно хотела побрить ноги Кириллу. Если вдруг выпадет, у меня все получится. Ну, собственно, все. Токсичный Андрей. Кто не знает, что будет на этом листике, я и сам не знал, пока не вышел. Но рука написала сама, я не знаю, как так получилось. Поэтому для меня это человек... Вова, конечно же. Вроде да, вот знаете, получил там артефакт, убивался, что-то чик-чирик. Но он давил на наших молодых игроков, он давил на Кекс, он давил на семью молодую. Вначале объявил их ворами, что, конечно, тоже отвлекает их от игры, им намного сложнее становится. Постоянно бежал куда-то впереди планеты всей. И мне говорил, сюрж. А у меня кулдаун. 6 секунд работает, 10 кулдаун. Вова, блядь. На колесо был выбран. Выбрана. Не Настя. Это Кирилл. Что? И ведь я не мог раньше никак узнать об этом. Это шок для меня. Митяй. Можно где я Маркл? Просто сяду с человеком, где обниму Снайп? Его, так сказать? Где Кукинг Стрим? Где мать его поход за грибами? Как бы... Ой, маленький, обнимашки. Дорогами свитками. Что-то крутится. Пусть стой! Руки бутылки! Это такое, стой! Что это, что же? Сейчас мы кексу скотчем к ладоням примотаем две... Открытые бутылки. Две открытые бутылки, с которыми он будет ходить. Замечательно. Принесите скотч и бутылки. Санта сядет. Зачем приносить? У меня есть. У меня! Руки! Эти ваши квенчики, это просто капец. Руки в бутылку. Тупой! Вот этот классический твой квейновский юмор, Вов, это просто. С кем он разговаривает? Ну, да. Да, да, тут ты прав. Но мы можем второй раунд устроить. Ну что, мистер Крабс, как у вас дела? Обнимемся? Давай. Давай. Ну давай, вставай. Че расселся? Да, пошел. Ты правильно? Будешь? Мой типичный тиммейт. А второй мне, давай. Подожди. Я не попил, если честно. Я попил чуть. Какую тебе? Вот это давай. Ну у меня... Ага, спасибо за помощь. Ой, очень полезная тема. Он сам попросил. Ну, а что одну-то? Это как в одном носке. Ну, нихуя! Что у тебя тут рука, бля? Что это такое? В смысле? Я просто не видел. Это бутылка. Только тут 6. Санта, ну вот ты-то бутылки удивляешься. Да я просто не видел. Ой, все, мне коктейль. Скачайте мое приложение. Ты играть будешь так, да? 8 трафигаролик и спасибо вам. Искренне желаю здоровья вам где бы я и вашим близким в Новом году. Непонятно. Нигде, я думаю. Большое спасибо. Че, как вы? Ну нормально, главное не подсесть, да? А то вдруг понравится, втянусь. На следующий стримхат приеду уже со своими. Так, давай пока другую руку, это ничего не делает. Пока сохнет. Хорошо. Слушай, ну я смотрю, у тебя это. Потом еще второй слой сделаем. Да, конечно. Можно предом побольше любоваться ПЛС. Ногти не интересны у Тфачи. Санта, а давай мы с тобой кое-что сделаем? Встань. Ну, сядь за мной, чтобы меня не было видно. И потом просто руку, знаешь, мне на плечо положить и... Саня, ногти не беда. Дай типа им подышать, Магами. Кринжатура.
Не, ну это, конечно, шоу, да? Тебе долго ходить? Жалко вас ноготочки. А мы на... Бля, что с ним? Где вы? Вы на пляжу? Да. О, это камень! Да, это камень, сейчас возьмем его. Камень. Нам нужен еще один камень. Можно я принесу камень? Я так долго старался. Я еще не взял. Парни, парни. Я бы на дальний пошел возьму. Так давайте около камня и устроим все. Не-не-не, я несу камень. Я вот с горы спускаюсь. Вот я подошел, это я. А можешь еще раз спуститься, пожалуйста? Вон камень. Вау. Так, кстати, можно воду попить из этой второй половинки. Ребят, я принес тут. Что ты принес, покажи. Смотрите. Ой, это кейк он притащил. У нас два камня есть, давайте. Слушай, а где второй камень? Сейчас принесу. Давайте разведем костер, это победа. Да, и лягушка я у меня несу, есть, несу, мы ее несу, зажарим, несу, типа. Несу второй камень. Кстати, есть кто-то, кто думает, что у него голова крепче, чем... Короче, надо камень о камень бить, да, чтобы костер сделать? Да, да, да. Или об голову. Давай тогда, вот у кого камни, ребят, у кейк и вуду, встаньте, попробуйте камень о камень бить над деревяхом. Давай, давай. Мужики, мужики, а у меня лягушка, я готов зарить ее. Вот я вытянул. Что случилось? Зачем? Это был камень, а камень? Ну это типа кто-то подумал, что от головы Андрея это камень. Кирилл, у тебя второй камень, давай попробуем как-то побить. А, блядь! Кирилл, убийца, уходите от него. Дай мне камень! Слышь ты! А, я просто прилег отдохнуть, блядь, я не умер. Тихо-тихо, это мой камень. Да дай камень! Подожди, можно его воскресить как-то можно? Да, можно, я типа смотрю на твои ебалы. Я погнал, Андрей, я иду к тебе. Подожди, хотя бы палки возьмите, чтобы... Я взял палку. А, с палкой на тигра, да? Ну, хорошая идея. Давайте тигра отпустим, пока ружье не соберем в этой игре. О, палку нашел. Ну что, идем бить тигра? Ну, блин, мы же умрем опять все, ребят. Да. Может быть, сначала разжечь огонь, тигр боится Ёб огня. Ёб твою мать! Там серьезно тигр. Кокос нам нужен? Да. Я приношу там, где мы начинали. Она на оператора напала! Это ты? Смотри на себя со стороны. Мне нормально. Спасайся! Она убивает оператора! Я ее победил! Ты убил тигра? Я убил тигра. Неси его на костер. Неси на костер! Ксюш! Там уже нормально набралось. Блин, чел убил тигра. А как ты убил тигра? Руками? Ребят, я вождь племени теперь, получается. У нас есть два полена, еще три надо найти. Короче, если Кейк убил тигра, а мы убьем Кейка... То мы тигр, типа, после этого. Ребят, вы вспотели, по-моему. Так так и есть. Бам! Огонь! Несите тигра! Несите лягушку хотя бы. Хотя бы лягушку, хоть что-то несем. Где там Вова лежит? Так, Ярослав, у нас бомба. Давай сначала начнем. Четыре буковки. Четыре буковки. Четыре кнопочки белых буковки. Гирька, трезубец, Э с точечками и краткая с запятой маленькой. Гирька, трезубец, Э, гирька. Нет, стоп. Э с точечками. Э с точечками, да. Да, гирька. Гирька. Трезубец и что еще? Ты взорвался уже? Я... Чел! Да я спрашивал, блядь. Давай еще, ребач! Можно еще один драйв, пожалуйста? Ж, запятой, яйца, какая-то З, половинчатая, и свиньи хвост. Так, давай, Ж, запятой. Сверху считаешь, раз, два, три, четыре, я на четвертой клеточке. А, все, ты там, да, сейчас? Это заново типа началось, нет, да? Ну, блядь, я ошибку допустил, одна минута. А, два вниз. Есть два вниз. Один налево. Один налево. Сделал? Да. Четыре вверх. Ай, блядь, шел. Один, два. А, три вверх надо было. Говори еще. Я сдох, блядь. А, ты сдох. Все, ретрай нажимаю. Так, теперь та самая игра наша любимая. Давай, давай, давай определимся, где ты. Давай, левый столбик, пятый, сверху. Да какой левый столбик? Ну, по левой, ну, чел, ну... Короче... Это сложно, к сожалению. К сожалению, да. Два чтика. Мы все уже знаем, что это очень просто. Ну, кстати, а до какой вообще дошли? Слышь, до какой вообще бомбы дошли вы? 2-3, 2-4. 2-4 кто-то играл, да? Это ну, вы 2... со смайлом, да? Ну, смотри, вот есть модерейт. 8... А, есть No Room for Error. Ой, короче, сладкий, это... да ладно, Андрюх, это лучше! А что это? Ой, ты сейчас узнаешь, что это? Вау, спасибо, спасибо. А вот Ярику... Не понравилось. А Ярику не понравилось. Не понравилось. Мне кажется, у Ярика и так улыбка на миллион. Да, это будет нормас. Мягенький?
Ну, густоватый. Густоватый чел. Все, давай. Нужно будет впитывать. Нужно будет впитывать. Давай, давай, блядь. Йоу. Крути, крути. Ну крути, по часовой, по часовой. Не впитывается, не впитывается. Крути, крути. Вот это там вообще. Может, аукционе будет? Ребята, ребята. Что это? 5 минут в этой комнате, и он будет готов. Никита, это третий проем. Я предлагаю, человек, который ответственный за торт. Он едет за тортом. И себе наебало. И мы, и ты ему. Да. Договорились. Отлично, отлично. Никита. О, Никита. Никита. Никит, вызывай таксо, можешь пока Пресса сгонять. У нас три, можно. Хотя, ну ладно, они чистенькие, да? Да, да, они чистенькие. Ага, да. Ага. Ё-моё. Ну, да, ну, Ё-моё. Вот так минуток 15 Ярику бы походить. Для меня это хуже, кстати. 15 минут. На самом деле это пиздец. Это полный пиздец. У нас будет ходить человек по стримкате и течь слюной. Но это у стоматологов. Ну, чтобы он наклонялся. Там люди по часу сидят. У стоматологов, если что. Отсос. Да, есть отсос, чтобы слюной откачивать. Ну нужен слюнявчик, значит. Ну так нормально. Мы сейчас дадим тебе салфеточки. Не, ну повезло, что это слово. Вот, все. Ну. Отправляйся на диванчик. Ну вот, нормально. Нормас, нормас, ой, простите, пожалуйста. Так, ребят, давайте решим, смотрите, пока все вместе. Сейчас у нас будет заглушка, потом после заглушки мы... Садись, это... Говорят, ты очень похож на Двуликова из Бэтмена. Не, он один из Left 4 Dead, вот этот. Тот, который зубами. Жесть. Я представляю, если бы это была бы Ксюша, например. Нет, спасибо. А может пылесос уже принесем? А прикиньте, у Ярика не вернется рот. Ярослав в твоей команде. Батя отмокает. Не-не-не, лайфстиля в твоей команде, лайфстиля команде противника. Ярик радуется или злится? О, боже. Это самый прикольный из всех, но в то же время и самый кринжовый. Ну все, я пошел делать контент. Я да. Ах, да, ребят, за соточку леща даем. Сердечко 50. Всем привет, меня зовут Владимир, я мирный житель в данном городе. Я пока что могу вам просто кинуть наводки небольшие. Да, я не стесняюсь, я сильный мирный житель, вы можете играть со мной, можете слушать мою позицию, я буду выслушать вашу позицию, вместе мы одержим верх. А эти три пустослова, они поговорили не идентично красным жителям. Я не сомневаюсь, что из них кто-то есть красный игрок, что там есть мирный житель, дорогие друзья. Но пока что больше всех мне не понравилась речь Андрея, потому что там было много и. Это его стрим, как бы. Классический речь Андрея. И. Чисто по фану. Ну чисто крутни, чё ты. Просто крути колесо, лол. Нет, это колесо наказаний. И я должен понять, наказываю меня или нет. Голосовалка пошла! Музыка пошла! И вот у кого больше мотивации пошли. Сейчас будет зайти и проголосовать, да? Вот непонятно у кого. Вот это самое главное, что удовольствие именно. Точно, катка была интересна. И Настя затащила. Если бы было не только наказание, но и поощрение, его бы можно было бы настигать. Митяй бы зафейлил, если бы он просто вообще не вскрылся и ушел молча. А да. Ксюша бы зафейлила, если бы она, ну что-то, она послушала ситуацию, которая есть в игре. Прям за душу берет, честно. Вот прям за душу. Так, и итог по Варкрафту, давайте. Итог по встречайте, Варкрафту. Могучий эльф из Озерска, Вудош. Куда подойти? Бау-бау-бау-бау. Хорошо. Это, кстати, реал школьник, если кто вдруг не заметил. Итак, его боялся даже Хэппи. Кармик Куала. В плане. Так Дред же играет первый. Не, ну все равно представление игроков идет. Самый умный игрок, как вы уже поняли. Я бы объявил следующего игрока, если бы видел его где-то в бэкстейдже. А вот он есть, вот он здесь. Вот он тут. Но мы встречаем могучего андеда, который провел уже 6 своих стримхат. Андрей Дред Голубев!
Где кнопка ОК? Тут ее нет. Ай, ладно, короче, все, пизду. Нам нужен босс по телевизору. В присутствии двух андедов всегда сильнее остальных страдает Зандерзула. Единственный хуман турнира. Стой, остановись. Ну да, чувак вращает. Не, он прям а может мем и задержать. Раз, посмотри, это Хардбас, все в спортивках и Адидас, и в нанайках пацаны слушают Хардбас басы. Прям такой нестандартный. Подожди, там уже начинается. Так, файт пошел. Нет, давай хрену на файт. Ребят, смотри, как отжигай вообще нормально. Прокатило. Ну только не ТП. О-о-о! Завтра тебе будет жарко. Че это? Погоди. Ты целый час ходишь в своей зимней одежде, в которой ты приехал сюда. О, я буду. А завтра ты, короче, будешь спидранить в куртке и в шапке. Тут, если что, очень жарко, если кто не понимает, поэтому все в футболках. Тут реально в зимней куртке за час можно. Тут без зимней куртки-то тяжело. Нормально. Камеру убери. Камеру, блядь. Прощайтесь. Да.